Всем доброе утро. Очень круто поездить в 5 часов утра по ночной Польше, по ночному Познанию, по знанию. Ну вот так мы сейчас ездим. То есть, чё я так рано выперся? Давайте начнем с этого. В общем, еду в управление, как и в самом первом выпуске, занимать очередь буду. Получить номерок, донести документы. Опять же, это, конечно, бред еще тот, но ничего не поделаешь. Нужно ехать, брать номерок, чтобы просто довнести какие-то документы. Так что вот такая ситуация. Вообще красиво. Красиво. Спокойно ночью, красиво ночью. Есть свои плюсы. В общем, очень тяжело добираться, ремонт дорог, петлял, минут 15 петлял, пока допетлял уже до управления, записался на, ну, под номерок, чтобы взять. Теперь к 8 часам надо подъехать, сейчас нужно постараться успеть доехать домой, собрать детей, отвезти всем, 7:20 уже в школу туда, ну и к 8 часам сюда доскакать женой, чтобы донести документы. Это пипец. Донести там две подписи, подписать и листочек один. Такой геморрой. А к этому геморрою еще добавился то, что мы же не выездные, пока документы сдаем. Тоже очень-очень это создает большие проблемы именно для меня. И не знаю, насколько это долго продлится, но надеюсь, что недолго. Так что все, полетела домой. Сейчас деточек отвезем в садик, в школу и обратно сюда.